А я продолжаю идти, не дождался автобуса, пойду на трассу, короче. Через 30 минут будет, и то не знаю, приедет, нет. Поляна сказок, музей, приглашаем ежедневно. Ну вот мы вышли на трассу. Южнобережное шоссе. Пойду зайду в магазин конфетти, малосольную рыбу, может, там найду. Ноги вроде выпрямились, а то коленками назад и шел оттуда, с этой горы. Такое хорошенькое кафе, красиво сделано, суши-бар, караоке. Что там шумит? А, это помойка там, я думал, что там шумит. Виноградники вон там вдали вижу. Ну да ладно. Идемте в магазин за селедочкой. А то я соскучился, а у нас там ни в Пуде, нигде нет. Вот там этой селедочки надо где-то в центре Ялты там искать ее. Какое безобразие. Малосольной селедки нет. В Пуде вообще там какие-то деревянные рыбы лежат, их никто не берет, там по 400 рублей какие-то. Ну и где моя селедка? Борща тут не было никогда. Крупно. Нормальная цена, слушайте. Я еще год назад в Лазаревском брал за 240, а это 179 селедка. А скумбрия 299. Зашибись. Сейчас мы и будем брать пару штук. А сырая по граммам. Скумбрия
Селедка. Ну, я хоть буду знать, что она здесь есть, ёпарасоте. Там нету вот сырой вообще у нас. Нигде там, в центре Ялты, где я живу. Селедку взял две штуки. Нормально. Ну-с, здесь что у нас? Шейки. Шейки. 145 рублей. Курицы по 184. И одна тянет на 342 рубля. Ладно, тут ничего особенного, как и везде, но цены дешевле. Но сюда неудобно ездить мне, это надо до Спартака доехать, а потом это, ой, бляха-моха, что я вижу, а? Красота. Пирожок тоже написано 14 рублей, короче, 100 грамм. Даже пирожки уже по граммам торгуют. Носки есть мужские или опять только для женщин? Ну да, как всегда, нахера нам носки? Мы без носков нормально ходим по горам. Зачем нам носки? Женские, женские. А вот мужские, 129, 129. Полотенца. Тут еще этажи есть. 4 этажа, по-моему. Не хочу я ходить. У меня ноги устали сегодня ходить, короче. Капуста 42 рубля. Капуста пекинская 79, красная капуста 86. А ну-ка, почем здесь лимоны, интересно? 198 лимоны. Яблоки 66. В Пуде нет такой цены, даже 66. Пуд оборзел. Виноград 114, 109. Персики 189, гранат 398. Огурцы 98. На помидорах цены не вижу, а вижу 158. А нижние, по-моему, подешевле. Лимон дома. Чеснок дорогой, 269. Лук белый, лук ялтинский. А где простой лук? А, вот он, лук 20. Вот нормально, 20 рублей. Картофель 62, но это дорого. Картофель 53. Свекла 31, морковь 30-ка. Кстати, лук закончился у меня, как я вовремя вспомнил. Под селедочку как раз лук нужен. Ёпарасоте, вчера он у меня закончился. Огурцы экстра 98, томат 158, баклажаны 124, перец
239, Терес, Белозерка, 94. Вот так вот остается. А этот? Да. Томат, да. Сливка, 56. Персик 179, лимон 198, апельсин 149, киви 229, гранат 398, банан 109. Так. Петрушка 42 рубля, укроп 42 рубля, лук зеленый 61,60, лук перей 39. Сейчас я посмотрю, сколько петрушечка по весу. Ну, пучок маловатенький для 62 рубля. 25 ему красная цена. Укроп тоже стоит 42. Арбуз без косточек 49. Около моего дома так и цену держат 19 на него. Не хотят они понижать. Ну что, с вещами на выход. А вот, смотрите, а здесь 9, понимаете? Понимаете, в чем разница? Почему у нас 19 около дома, здесь 9? Нормальный 9,40 цена арбуза. Ёпрасте. Я в шоке. Мне наволочку надо такую, блогерскую. Мыло. Почему мыло стало такое дорогое? 54, 54, 54, 54. Где эти всякие там земляники простые? 62, 43, 31. Я всегда детское беру. Наверное, на детей не буду там химичить. Короче, 31 самое дешевое мыло. Что вам еще показать? Что еще вам показать? Господа, хотел одну улицу здесь снять красивую, но вышел, а уже темно. Всем до свидания, всем пока. Интересно, вам видно или нет? Зоопарка, там колесо так красиво светится. Не видно.